Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, я нахожусь на краю печенеги и хочу проехать на Бабаеву, на реку Северская Донец, район Бабаева. Поехали, ребята, на экскурсию маленькую. Я еду на велосипеде. Так быстрее будет, потому что пешком, если идти, это 3-4 километра. А на велосипеде минут за 10 доедем. Ребята, с правой стороны это была столовая при Советском Союзе. Столовая автобазы 2002 голубой дивизии. Печенеги ее знаю. Территория печенежской автобазы Васищева 2002. Здесь было около 200 машин при Советском Союзе. Были автомобили газоны и зилы, которые обслуживали весь Чугуевский район. Тогда был Чугуевский район, сейчас Печенежский. Расформировали автобазу 2002 голубую дивизию в 90-х годах. Ну что, едем дальше. Едем по улице Михаила Кулика. Здесь дорогу не ремонтировали со времен Советского Союза. Видите, дорога никуда. Дорога никудышняя. Это что, я еду на велосипеде? Не сильно бросает. Люди дровишками запаслись. Трава очень дорогие сейчас. Едем на Бабаеву. Река Северская Донец, район Бабаева. Там красивые, очень красивые места. Очень красивая природа реки. Дым на улице стоит, костры, наверное, палят. Бурьян. Жгут бурьян, наверное, на огородах. Ну, гараж строят. Красивый дом, да, ребят? Красивый участок, красивый дом. Эта дорога пошла на пищевкусовую фабрику. Когда-то там была пищевкусовая фабрика. Не знаю, она существует или не существует. Нужно когда-нибудь заехать посмотреть.
Это участок инкубаторной станции. При Советском Союзе инкубаторная станция работала. Сейчас я не знаю, как жить. Работает здесь? Нет. Не работает. Инкубатор. Выезжаем на улицу Дачная. Поворачиваем направо. В сторону Бабаева. Здесь тоже дорогу никто не ремонтировал со времен Советского Союза, наверное. Дом номер 9. Улица Дачная. Банк. Красиво. Тоже красивый дом. Красавец. Дачная 3. Домик. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось там. На Дачной 3. Это с правой стороны начинается сосновый лес. И тянется много километров. Красивая природа, да? Сосновый лес. Урны стоят, возле урны чисто, стоит порядок. Молодцы. Поддерживаю таких людей. Здесь будет плохо ехать. Песок. Будем ехать крутить. Красиво. Очень красиво, да? Лес, лес, лес. Лес. Березоньки. Мои хорошенькие, как я люблю березы. С левой стороны красивые дома, с правой стороны сосновый лес. Тут уже тяжелее крутить. Песок, ребята. Я не знаю, доеду я до Бабаева. Пообещал, постараюсь. Дорога-то хорошая, песчаная. Здесь в любую погоду можно проехать. Дождь прошел, и вода ушла в землю. Улица Дачная. Я еду по улице Дачной. Возле каждого дома стоит урна. В таких песках. Тайна. Да, тяжело ехать по песку и рулить одной рукой. В одной руке у меня смартфон, а другой рукой я рулю. Рулю. Смартфон в правой руке. Левой рулью.
Красавец, красивый лес. Ну, участки дачи снимать не буду. Не хочу. Нам забраться до улицы Бабаева. То есть до района Бабаева. Ох, красиво. Ой, красиво. Здесь красиво, да? Люди любят свою территорию. А вот смотри, с правой стороны, ребятка, красота. Травушку посеяли, розочки цветут. Красота, ребят, да? Ай, красиво. Красота, одна только красота. Урночки стоят, возле урн чисто. Чистота и порядок. Нам ехать прямо. Уже немножко осталось, ребятка. Здесь тоже песок начинается. Ай. Песочек. Здесь тяжело будет крутить тоже. Тяжеловато идет. Велосипед мой. Урны стоят, возле урн порядок. Видно, что люди любят свой печенежский край. Свой край, свою родину. Там, где живут, там не мусорят. Молодцы, уважаю таких людей. Уважаю. Ну вот, ребята, заканчиваются дачи на Бабаево. Район Бабаево. И сейчас будет река. Уже будет видна река. В лес дорога. Дорога в лес. Ребята, здесь база отдыха была при Союзе. Да и после Союза. Сейчас я не знаю, есть здесь база или нет. Наверное, есть. Ребята, началась красота печенежская. Бабаева. Смотри, здесь песок. Ребята. Красота, да? Удочки стоят, рыбку ловят. Ну что, ребята, поедем дальше. Нам еще нужно дальше проехать. Поехали, ребята. Поехали. Это мы в районе базы отдыха. Смотри, красота. Красота, ребята. Ой, в лесу чистота и порядок. Хорошо.
да? Смотри, ребят. Смотри, ну что, здесь не отдыхать, а? Ребятка. Хорошо отдыхать, да? Вот, смотри, хорошо. Отдохнули. Здесь у реки порядок. Порядок. Едем, едем, едем. Машину снимать не будем. Не надо. Едем дальше. Едем. Ай, ай, ай. Чуть не упал. Песок. Что поделаешь? Тяжело крутить по песку. Это еще на Украине. На велосипеде Украина. В лесу сухо, не дай бог, кто бросит бычок, будет пожар. Ребята, берегите лес. Не ходите в лес со спичками. Не надо, ребятка. Берегите нашу природу. Ребята, а здесь участок. Надо когда-нибудь попроситься поснимать. Там красота, красиво. Я когда-нибудь проеду, попрошусь поснимать, если разрешат, конечно. Наш бабаня. А? Река Северский Донец, район Бабаево. Двигаемся дальше. Смотри, ну все высохло в лесу. Трава сухая. Не дай бог, кто со спичкой. Ребята, будьте осторожны в лесу, пожалуйста. Берегите лес. Не берите с собой спичек. Не берите в лес. Сейчас поедем. Еще свернем. Красивое место для отдыха. Для рыбалки. Ай, красота. Ай, красиво. Ай, красиво. А, красота. На, ребятки. Ай, красивые места. Смотри. Столик. Столик. Возле столика. Бутылка с-под пива. Ребята, ну убирайте за собой. Ну, пришли, приехали, отдохнули. Убирайте бутылочки, пожалуйста, ребятки. Ну, не мусорите вы в лесу в нашем. Ведь вы сюда приезжаете не на один день. Бывает, на неделю. Ребята, давайте наводить порядок. И следить за чистотой, ребятки. Смотри, какая красота, красивая. Река. Ай, красиво. Вот она поворачивает налево. Здесь хорошая рыбалка, ребятка. Ну что? Я здесь пройдусь немножечко пешочком. Домик. Ребята! Да здесь полнейший бардак. Ёшкин кот, нахать. Ребята, чья это территория? Администрация района. Пожалуйста, наведите порядок. Вы знаете, чей это район, кто убирает в этом районе. На Бабаево вот этот домик. Ну, посмотрите, какой бардак. Ну, вывезите мусор. Чья территория, ребят? Ну, чья это территория? Уберите, пожалуйста. Ну, проезжают здесь сюда. Все с Харькова. С области люди отдыхать. А здесь такой бардак. Ребята, пожалуйста, наведите порядок. Сердце кровью обливается. Больно. Мне больно. Мне больно за нерадивых друзей. Везде порядок, порядок, а здесь напоследок такой бардак. Ребята, извините.
У меня слова нету для выражения. Наругаться я не хочу. Вот еще хорошее место для рыбалки, для отдыха. Смотри. Смотри, какие места красивые. Ай, красава. Ай, красава. Ребятка, здесь столик тоже поставили себе для отдыха, молодцы. Ребятка, ну вы же здесь отдыхаете. Тоже следите, пожалуйста, за порядком. За порядочком следите, пожалуйста. Ребятка, следите. Ну, здесь вот так более-менее чисто. Красиво, да? Район Бабаево. И здесь тоже, ребят, сюда тоже можно пройти. Здесь тоже хорошее место для отдыха. Хорошее место для отдыха. Смотри, классное место, да? Ну, здесь чистота и порядок. Видно, что люди проезжают отдыхать, а не гадить. Красота. А, ребятка, люблю я свой родной край. Люблю я Печенежский край. Люблю. Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволат, Печенеги. Я на Северском Донце, поселка Печенеги, в районе Бабаево. Пока-пока, ребята.